За 2 года удвоить объем выпуска и расширить географию. Алтайское предприятие по производству сельхозоборудования покоряет специализированный рынок страны. Местные зерносушилки покупают уже 60 регионов, а также Монголия, Казахстан и Белоруссия. В условиях санкций завод предлагает качество на уровне импорта, но за более приемлемую цену. Предприятие сельхозмашиностроения у нас лучше всех, пожалуй, из других отраслей, в сравнении с другими отраслями, поработали по импортозамещению. Высокоточечное оборудование следует задаче оператора. Участки лазерной резки, автоматизированной сварки, обработки и другие обеспечивают высокое качество выпускаемой продукции. Еще один вид продукции – ликвилайзеры – агрегаты для внутрипочвенного внесения жидких удобрений. По словам фермеров Завьяловского района, так они повышают урожайность подсолнечника до 30 центнеров, что втрое выше, чем у соседей. Если брать все направления нашей техники, у нас более 35 сотрудников сервисной службы. Укомплектованы автомобилем, инструментом, все полностью, поэтому реагирование 24/7 у нас. Глава региона Виктор Томенко напомнил, что государство поддерживает развитие сельхозмашиностроения, предоставляет льготные займы до 1,5% или льготы до 80% для подключения участка к инженерным сетям. Анастасия Драган, День с толком.